Доля малого бизнеса у Гомельской области складая амаль 80% от агульной колькости субъектов предпринимательской деятельности. Об этом сегодня на брифингу рассказал начальник инспекции Министерства по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области Владимир Дявойна. Бизнес-осяродок малого предпринимательства – это амаль 10 тысяч организаций и свыше 27 тысяч индивидуальных предпринимальников. В основном яны сконцентрованы у Гомеле, Мазырским, Жлобинским, Речицким, Светлогорским районах. Самые распаўсюджаныя виды деятельности – гандаль и громадское харчаванне, транспорт, промысловая вытворчасть и будаўніцтва. Поступление податков от этого сектора на протягу апошніх годов повеличиваются, причем как от организации, так и от индивидуальных предпринимальников. Удельная вага малого бизнеса у агульном объеме податковых платежей за 10 месяцев года склала 14%. Конечно, нам еще Гомельской области далековато до среднереспубликанского значения, но мы здесь должны понимать, что на территории Гомельской области находятся такие большие предприятия и бюджетообразующие предприятия, как Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Жлобинский металлургический комбинат, Гомсельмаш. Поэтому вот 14% удельного веса налоговых поступлений – это действительно хорошая сумма для бизнеса.